Спасибо. Всем здравствуйте. Мы находимся на ЦРБ Талгарского района. Сегодня у нас первый день вакцинации. И у нас сегодня будет вакцинироваться главврач. И скажите, пожалуйста, какие следующие лица? Заведующий оргмедтот отдела. Извините, чуть громче. Заведующий оргмедтот отдела. Ага. Эпидемиологи. Врач-эпидемиолог. Угу. Кто еще? Заведующий приемного отделения. Заведующий приемного отделения. Зам по сестринскому делу. Зам по сестринскому делу. Хорошо. Сейчас в помещении. Сейчас регистрация проходит, да? Осмотр врача, регистрация. Осмотр, ага. Так, зайдите. Так, тут у нас сейчас находится главврач. Друзья, мы всех не будем показывать, чтобы долгое время не отнимать. Покажем главврача, как буду ставить. И на этом завершим эфир. Да, 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 он будет стоять. Нет, нет, нет. Все должно быть по правилам. В этом помещении прошла регистрация. Профосмотр. Сейчас будет регистрация идет. Еще четверо докторов. Каждые два часа по пять докторов. То есть сначала сейчас всех отрегистрируют, а потом да. Только начнут ставить, да? Да, по пять докторов каждые два часа. Нельзя будет, да, вот сейчас
сразу, чтобы ставили? Нет, нам надо оборудование же переводить. Прямой эфир задержится, людям ждать. Момент такой. А вы приостановите, а потом продолжите? Это невозможно. А, да? Это будет два куска тогда. Катерина Жигаревич, вы здесь сегодня посидите, сейчас все у врача пройдете. А зачем? А, вы хотите сразу вакцинацию? Ну да. А, ну давайте я тогда. Да, я говорю, так правильно будет. Хотят вначале полминуты. Давайте хотя бы двух вас людей. У тебя сертификат для реаниматолога есть? Есть. Да? Туда зайдите, там зубного врача. 8. Сейчас проходит регистрация заместителя главврача. Профилактика коронавирусной инфекции, будем вакцинировать. Вы согласны? Это добровольно? Да, согласен. Вакцина Гамковибах, производство Карагандинского, Казахстанский, совместно российский, состоит из двух компонентов. Первый компонент это состоит из 26 серотипов, вводится внутримышечная дендритовидная 0,5. Второй компонент состоит из 5 серотипов. Она вводится после первой через 3 недели. Вам все записано мастерам. Попросим вам задать вопросы. Это согласие ваше. Как себя сейчас вы чувствуете? Нет ли у вас острых заболеваний?